Доброго всем дня и хорошего настроения. Спасибо всем, кто зашел на мой канал. Сегодня я продолжу показ открыток с Новым годом. Начать хочу с миниатюрных открыточек. Вот у меня их несколько. Я вообще люблю миниатюрные открытки. Видите, здесь синичка сидит на рябине. Вот, и она раскладывается, и внутри тоже. Видите, поздравляю. Ну, это явно Новый год. И внутри тоже вот рисуночек дерева. Такая открытая. Тут снегири. Внутри тоже он рисуночек у открытки. Видите, птичка. Вот девочка кормит. Рябинку принесла. Синички, снегири. Вот тоже внутри украшена открыточка. Вот тут сидят девочка и снеговик. Тоже внутри, он тоже снеговик на санках едет. Да ничем хороши, они маленькие, их это можно в подарок положить. Вот. Тут тоже луна, вот совушка на веточке сидит. Вот такая открытка, тоже с Новым годом. Вот. Кот в сапогах на барабане играет. Ну, это видно, наверное, год Овен был. Вот такая вот внутри тоже рисуночек. Вот такие открыточки. И вот еще такая вот открытка с Новым годом. Я ее не складывала, так оставила, не разобранную. Вот и, пожалуйста, вот синички. Ну, на этих открытках, как правило, внутри тоже какой-то рисунок существует. Вот снегири. Тоже внутри рисунок. Вот эта открытка тоже очень оригинальная. Видите, вот так, с Новым годом раз. И здесь текст можно написать. Ну и на обратной стороне, ну вот, красота какая. Как сейчас у нас такая же погода. Все заснеженное. Вот тоже Новый год. Дед Мороз на санях. С тройкой лошадей. Вот, и опять снегири. Ну тут ветка рябины или калины. И свечки на еловой ветке. А вот эта мне открытка очень нравится. Это палих. Фрагмент шкатулки. Называется это метелица. И эта шкатулка в 1947 году была изготовлена. И художник нарисовал эту картину. Метелица. Красивая открытка. Ну, внутри тут просто с Новым годом написано. В общем-то, такая красота. Вот тут розы, шары. Очень тоже красивая и яркая. Это такая простенькая, но все равно сюжет понятен. Деревня заснеженная. И сугробы, и с Новым годом. Тоже красивая открытка. Видите? Сейчас вот точно-точно такая же. Вот природа вся заснеженная. Вот. Снегурочка на олененке. И он бегут оленята вокруг нее. Такая вот открыточка. Тут празднуют. Деды Морозы едут. Ой, целая это вереница Дедов Морозов едет. Вот эта открытка. Но эту открытку, она мне понравилась, я ее оставила. Но это был школьный, это подарок. Это сын или внук, наверное, внук. Нет, сын, потому что внук это 91-й год. Вот, это на праздник. Но с Новым годом. Вот, подарок отрезали. Вот осталась такая открытка, я ее оставила. Мне очень понравилась. Красивая. Дед Мороз на паровозе. Вот это скоморохи с медведем. Вот. Это Дедушка Мороз. И идет с подарками мальчик. Показывает, что время, Новый год уже скоро, давай подарки мне. Вот. И вот этот тут указ, я в первой части показывала вот этот указ Петра I. Новый год с 1700 года, я там оговорила, сказала 1070-го, 1700 года праздновать Новый год. Петр I указ издал. Вот эти еще открытки я хотела показать. Ну, больше у меня новогодних нет.
У меня там будет с 8 марта, 23 февраля. Ну, пока Новый год. С Новым годом, с наступающим. Всего хорошего, здоровья, счастья. До встречи.